Всем привет! Сегодня как Нейм, у нас сегодня Вовушен. Да, это, короче, про корабли. У нас сегодня обзор на крейсер. Игентей. Это вот этот крейсер, у меня полностью прокачан. Ладно, давайте это выберем. Также у меня есть авианосец, разные другие корабли, поэтому если что, то у крейсеров только снаряды, которые не бронебойные, а которые огонь дают. Поэтому нужно всяких вот этих из них. Да, он еще быстро, он не такой сильно маневренный, как всякие там линкоры и снимцы и так далее. Наша команда близка к победе. Видите, у него дальность маленькая, поэтому это, знаете, это как типа как герой, знаете, поддержки, поэтому он как герой поддержка крейсер.
Так что тут есть сюжетная линия с разными кораблями для тех, которые будет интересно. Ага, захват точек, да, у нас? Окей. Захватить базу противника! Ну, теперь я их вижу. Сейчас надо выбрать. Ну что ты не едешь? Ситуация под контролем. Да, это я дурак сейчас. Влез туда не знаю куда. Это я дурачок, я просто дурак. Поэтому сейчас подождем. Будем дальше сейчас. Это я дурак. Я полез на морожок. Зачем, не знаю. Короче, май закончился, пока май шел, я сыграл уже на другом корабле. Ничего не стирать, наверное. Наверное, если поиграл японского. Если что, то ссылку могу кинуть. Может, авианосцев нет? Чё-то 4 его прикрывать. Без авианосца. Один эсминец, но он тоже непонятно. Эй, куда я самый первый, а? Чё, молодых? Молодых нашли, а? Попадание!
Один остался, охранять. Да, и вот если идти на рожок нельзя, да, вот на рожок никогда нельзя идти. Поэтому такой у нас крейсер. Поэтому... Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк и всем пока.